Друзья, всем привет! Меня зовут Сотников Максим, я проживаю в Китае уже почти 20 лет. Сегодня будет очень интересный выпуск, и он будет про город Шанхай. У меня уже ушло почти 4 дня времени на съемку этого города. Обещаю, будет очень интересно. Прошу вас поддержать этот видеоролик, поставить лайк, написать комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь. И всем приятного просмотра! Это очень популярное место в Шанхае. Называется Синтянди по-китайски. Давайте здесь прогуляемся и немного расскажу и покажу, что это вообще за место. Очень интересно и популярно. И, кстати, здесь в окрестности очень дорогие квартиры. Одни из самых дорогих квартир Шанхая. Здесь сохранилось очень много очень старых зданий. К сожалению, информацию какого года эти здания я в интернете не нашел. Нашел только 1860 год. Не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, они в очень хорошем состоянии. И эта улица, она перекрыта, она закрыта. Сюда машинам заезжать нельзя. Тут прям все качественно так сделано и чисто. И очень много полиции и охранников здесь. Ну, так как смотрят за порядком этого места. Очень много здесь народу фотографирует это здание. Я напишу точный перевод, что там написано. Посмотрите на экране. И к чему я говорю? Вон охранников сколько. Очень берегут это здание. В Шанхае прям очень много вот подобия таких зданий стареньких. И вот именно вот эти деревья. Практически весь Шанхай так выглядит. Очень много ресторанов. Они не дешевые, они дорогие. Выглядят вот так. В основном европейская еда. На одного покушать, ну, я думаю, где-то от 30 до 50 долларов за... Даже не за блюдо, а просто покушать. И при этом, наверное, это минимум. Ну вот этот магазин, ну они зря вот так добавили. Это никак не подходит к такому зданию. Но выглядит прямо очень круто. И очень уютно. Вот, допустим, как сделали, решили сделать Starbucks. Здание не трогали, оставили, то есть поставили логотип. Уютно, красиво. В Шанхае также очень много вот таких вот кафе, прям чистых, уютных. Друзья, я только что сказал, что здесь одни из самых дорогих квартир в Шанхае. Я напишу на экране, здесь добавлю скрин, посмотрите, там прям с интернета написано цена, сколько стоит один квадратный метр и в каком доме и как выглядит квартира. Потому что если я просто скажу, многие могут не поверить, сказать, я говорю ерунду. Такого не может быть. Смотрите. Вот тут прям очень много полиции. Полиция вокруг. Особенно если выходные или праздники. Так, приехал в следующее место.
здесь хочу припарковать свою машину. Это гостиница «Булгари». Здесь припаркую машину и здесь рядом хочу прогуляться. Классно у этой гостиницы. Своя гостиница, плюс еще квартира, здесь в аренду можно снять, и магазин. Все рядом. Что на парковке стоит? Rolls-Royce, Lamborghini, тут Ferrari, там Lamborghini, McLaren и еще там куча всего разного. В Шанхае богатых людей, ну прям очень много. Они богатые. Давайте зайдем в эту гостиницу. Посмотрим, как она выглядит. В лифту прям очень темно. Не знаю, может это специально сделано. Ну вот, чтобы вы понимали, может кто не знает, Булгари или Булгари, как правильно говорится, что они производят. Часы. Ожерелье. Очень дорогие. Оказывается, ресепшн не на первом этаже. Но снутри выглядит простенько. А, вот он, ресепшн, оказывается. Кстати, магазин очень дорогой машины. Правда, этой машины здесь нет. Шанхай прям очень чистый город. Я скажу, вот эти здания, они выглядят поаккуратнее, чем в Гуанчжоу. Но, правда, я не знаю, насколько они старые. В Гуанчжоу прям очень старые. Вот, допустим, под мостом тут тоже чистота и красивые рисунки Шанхая. Чисто везде. Даже, я не знаю, вам в кусты позаглянуть. Чисто очень. Ну, в принципе, понятно, почему чисто, потому что берегут эти места. Жилые квартиры. Ну, таких квартир в Китае, ну, очень мало. Это вот стайл Шанхая. Приехал в один парк, находится прямо в центре, и посмотрите, как тут красиво. Российское консульство, русский флаг. У них очень красивый вид. Очень старое консульство, уже много лет ему. Мне что-то прям очень сильно Шанхай нравится. Вот нравится, как они бережно ко всему относятся. И очень чисто, прям очень чисто. И вот эти все здания, тут люди работают. Видите, вход, какой-то клуб. Вот здесь можно немножко увидеть центр Шанхая. Одни небоскребы, все стеклянно. А здесь каким Шанхай был раньше. Мне вот это больше нравится, на самом деле. Очень много кафе. И много кафе, вот именно, связано с кофе. Я не был в Америке, но смотрел фильмы.
очень напоминает американские дома. Вот особенно вот этот. Это туристы, видимо, с других городов. И ходит человек, все рассказывает им. В основном пожилые люди. Ты заехал в одну улицу, и тут прям все фотографируются. Очень много фотографов. Это самое главное туристическое место. Здесь в основном не только туристы из других стран, а туристы со всего Китая приезжают на эту набережную. Вдоль этой набережной, с этой стороны, очень много старых зданий, которые были построены еще несколько сотен лет назад. А с другой стороны, здесь речка получается. С другой стороны, новый Шанхай. Известная набережная Шанхая. Сегодня мне повезло вообще, людей нету. Очень мало людей. Это известная улица в Шанхае, называется Нанджинлу. Здесь очень много туристов. Поэтому здесь я буду гулять вечером. Хочу сейчас прогуляться по простым улицам Шанхая. Посмотреть, что здесь есть, и для вас заснять видео. Немного временами похоже на Санкт-Петербург. Очень много кофеен. Прям везде кофейни. Вот я прохожу мимо одного дома, и здесь написано, что он был сделан в 1928 году. Заглянуть вовнутрь можно? Ничего не видно. Ну вот даже вход здесь есть. Ай-яй-яй, это кто намусорил? Это кто намусорил? Очень красивые дома тут. Смотрите, как сушат вещи.
Шанхае очень много троллейбусов. Вот я нигде по Китаю не видел троллейбуса, кроме Шанхая. Очень чистые там внутри. Вот остались еще старые надписи на доме. 1928 год. Так это получается католическая церковь. Давайте зайдем, посмотрим. Тут магазинчик какой-то. Вот он. Смотрите, везде мусорки, все чисто. Это для охранников, чтобы защищаться от плохих людей. А это вдруг пожар будет. Все всегда под рукой. По той главной туристической улице я прогуляюсь сегодня вечером, поэтому сегодня мы будем гулять по этим переулкам. И что хочу сказать, смотрите, тут закрыто, на машине не проедешь. Очень много полиции смотрит за порядком. Вот, кстати, тоже. Какая красота, очень красиво, я бы тут жил. Оказывается, что это за улица? Это улица для мопедов. Вот здание было построено в 1908 году. В очень хорошем состоянии. Это здание, это китайский банк. Посмотрим, что это. 1916 года. Даже окна вон какие старые. Мне еще что нравится в Шанхае, это вот их вот эти переулки. Они очень чистые. За всем смотришь. Во многих городах в переулок заходишь, там грязь. Тут чистота прям. Вот еще одно здание, 1928 год. Здание 1850 года. Вход. Ну, чтобы вы понимали, где я хожу, вот здесь набережная с правой стороны, там небоскребы за этими деревьями, и тут через дорогу вот эти здания, в основном и банки. Как красиво. Так, это какая-то булочная. А давайте зайдем. 1921 год, 1925 год, а 23. А как я зайду? Смогу ли я вообще зайти? Давайте зайду, зачем стесняться? Посмотрим, что есть.
Да, вот, это булочная. С булочной выходим. Тут ресторан. Все, выходим на улицу. Идем гулять дальше. Там не выйдешь. Но это в основном все для богатых. Вот видите, как богатые даже паркуются здесь. Магазин Омега. Сегодня среда. Время 4 часа дня. И сколько народу. Самая известная гостиница Шанхая Хэпинг Фантен. Эта гостиница была построена в 1925 году. И здесь засняли очень много китайских фильмов. Ни разу не был в этой гостинице, она очень дорогая. Сегодня не очень хорошая погода, вот, но постараюсь поснимать здесь интересное видео. Смотрите, здание 1920 года. И на первом этаже магазин продают машины. И тут магазин. Светофоры, там камера. Кто прошел на красный, потом его лицо показывают здесь. Только что было лицо, не успел заснять. А тут на Санкт-Петербург похоже. И одни электрокары, смотрите. Зеленые номера – это электрокар. Вот что за здание не написано. А, ну это гостиница. Это гостиница. В основном здесь банки. Смотрите, это получается первая дверь. И вот вторая дверь. Чтобы вы понимали, насколько чисто здесь на улице, то, что они все кладут свои вещи прямо на землю. Ну, очень чисто. Вот смотрите. Везде. Не сказать, что прям весь Шанхай такой. Может, кто-то подумает, что Максим, ты тут в центре гуляешь. Но, знаете, я далеко живу от центра и... На улице примерно плюс-минус то же самое.
Так, это что такое? Это гостиница Пенисуэла. Пенисула. Возможно, Пенисуэла правильно говорится. У этой гостиницы есть свои машины, которые встречают и отвозят своих клиентов, кто проживает у них в гостинице. Вот на таких машинах зеленые Rolls-Royce. У них на парковке еще должны они стоять, их очень много. Вот прям чистота вокруг. Мне Шанхай нравится, и с каждым разом я приезжаю сюда, и он мне все больше и больше нравится. Я б тут жил. Очень много молодых людей здесь фотографируются. Прям куда ни пойдешь, все тут фотографируются. Вон за углом тоже. Продолжаю гулять, все тут обходить, снимать. Город очень большой. Здание 1908 года. А тут все фотографируются, я всем мешаю. Я вот гуляю в этих переулках и смотрю на эти здания. Ну просто красота. Особенно, как они оформляют свои магазинчики или рестораны. Это в Шанхае один из крутых районов. Торговый центр K11. Тут большой Apple магазин. И тут торговый центр Гонконг Плаза. А это Синтинди. В общем, вокруг одни дорогие торговые центры. Тут очень дорого. Мне тут делать нечего, поеду в другое место. Вызвал такси, так как я не могу ездить здесь, в Шанхае, на своей машине. У меня номера не шанхайские. Я Чичи. Я Чича. Смотрите, какая тут очередь. И знаете куда? Туда, куда я, в принципе, только что и шел. Вот на этот двухэтажный автобус. Тут можно прокатиться вокруг центра. Не знаю, как долго здесь стоять еще в этой очереди. Друзья, там очень большая очередь на автобус, поэтому поедем на пароме, то есть поплывем на пароме. Паром находится на набережной на той стороне, поэтому сейчас нужно дойти до туда, найти, где этот паром, и надеюсь, там не будет такой очереди. Но хотя очень много людей. Вы, наверное, знаете, что у меня есть коптер, я везде летаю во всех городах. Но у меня что-то не получается взлететь в Шанхае. Тут какое-то ограничение. Коптер просто не взлетает. Наверное, из-за того, что очень много людей.
поставили это ограничение. Хотя раньше, месяца 3-4 назад я приезжал сюда, у меня все он летал. Непонятно. Смотрите, как работает пешеходная улица. Зеленый. И пошли. Видно, что все здесь не местные, приехавшие из других городов. Как люди идут? С правой стороны туда, с левой здесь. Я, получается, сейчас иду прямо на людей. Это как ездить за рулем на машине. Очень много людей. И тут люди закончились. Почему? Потому что там был красный цвет, часть зеленый, вон новая толпа идет. И в общем они так по очереди. Это улица для мопедов и велосипедистов. Тут машины не ездят. Смотрите, тут людей мало, да? И вон вся толпа. Идут сюда. В общем, пешеходная улица, у меня в планах было здесь прогуляться, поснимать вот эти магазинчики, что здесь есть, еда и так далее. Вот, я думаю, что нет смысла снимать, потому что я в каждый город приезжаю и гуляю по этой пешеходной улице. Поэтому здесь я немного прогуляюсь, поснимаю его, но у меня другая цель – заснять Шанхай, так как я еще не снимал раньше. Потому что у меня есть один ролик про Шанхай. Я его добавлял пару месяцев назад. Какой красивый город. Все фотографируют. Сейчас будет зеленый. 谢谢, еще как, смотрите, придумали. Здесь выход, кто выходит с этой набережной, он там. А если хочешь зайти на набережную, там не зайдешь. Говорят, иди туда. Есть специальный вход, есть специальный выход. Я считаю, что это правильно. Но неудобно то, что нужно идти далеко.
села батарейка, приехал подзарядиться. И знаете, это что за парковка? Вот с таким вот видом. И возле чего? Возле этой знаменитой Шанхайской башни. Вот очень интересно про шанхайские квартиры. Конечно, может кто-то скажет: Максим, ты что выбираешь самый дорогой район? Но все же я хочу что сказать, что есть такие квартиры, есть такие цены. А вот эти квартиры, сколько они стоят? Находятся они прям в самом центре Шанхая. Кстати, вот тоже квартира. Я хотел бы сказать про эти. А стоит один квадратный метр, я напишу на экране, 270 тысяч юань. Один квадратный метр, 270 тысяч юань. Я вам скину, я вам добавлю скрин с продажи этих квартир, добавлю фотографии, как эти квартиры выглядят и какой у них там вид на город. И причем это еще не только этот дом столько стоит. Тут очень много есть квартир по Шанхаю, где цены и есть и дороже. Но все же просто я знаю, что тут не дешевые квартиры. И вот с таким вот видом. И сразу говорю, я не автоблогер. У меня есть возможность приехать в музей, самый большой автомузей. И он находится в Китае, в городе Шанхай. Я сейчас здесь. Просто почему я это говорю, я записал предыдущее видео, я был на самой большой автовыставке в Шанхае, и, к сожалению, очень много негативных комментариев про то, что не снимай, не говори, мало информации и так далее. Я не говорил, что я автоблогер, поэтому, если кому-то не нравится, можете, в принципе, не смотреть. Вот такой вот билет стоит 60 юань, грубо говоря, 10 долларов, и это вход, я зашел. Очень круто. Можно посмотреть здесь, какие машины ездили в Шанхае. В Шанхае таких очень много было. Кадиллак 1941 года. Очень сильно на Волгу похоже. Не на Волгу, а что-то знакомое. Феврале 1938 год. Это первое колесо для машины, и оно было изобретено 3500 лет до нашей эры. И здесь показано прям в точь-в-точь, каким оно было. Это уже было изобретено 711 лет назад, до нашей эры, в Китае. И это для лошадей. Так уже было 206 лет до нашей эры в Китае. Китайская компания Hongqi. Машина 1959 года. Угадайте, что это за бренд? Это бренд называется Шанхай. 1964 года. В 1964 году делали такие машины в Китае. А в России делают до сих пор. А это 1990 года, тоже бренд Шанхай, бренд Oldsmobile. Очень необычная руль. 1905 год.
Кадиллак, 1907 год. Тысяча девятьсот двадцать четвёртый год. Тысяча девятьсот тридцатый год. Смотрите, как выглядела заправка. И вот автомобиль. 1927 год. Кадиллак. И 1935 год. Роллс-Ройс. Фантом 2. Линкольн, 1939 год. Уже более-менее похоже на машины. И Крайслер, 1934 год. Тойота Королла, 1969 год. Мазерати, 1948 год. Машина Форд, 1955 года. Порше, 1968 год, 911. Также Феррари Тестароса, 1985 год. Для меня Феррари — это самая красивая машина. Это просто произведение искусства. Я очень большой фанат Феррари. Может, кто-то подумает, что, возможно, это не настоящая машина, но это настоящая. Так, я еще не посмотрел, что это за машина, но очень сильно похожа на Волгу. Так, это и есть Волга. Ничего себе. Да, Волга. 1962 год. Не знаю, мне кажется, раньше в Советском Союзе умели делать машины. Они были в одном ритме, как и с другими странами, но в этом году. А потом что-то пошло не так. Развиваться наши машины перестали. Это Чайка, да? А, нет, это Шанхай. Но Чайку очень похоже.
Шанхай. Тут есть история про шанхайское авто, с каких годов они начали здесь завозиться, делаться, и есть документация. Есть на английском языке, 1933 год. Это оригинальные документы. Смотрите, еще и английский язык был. Как раньше выглядели права китайские. Инструкция по вождению. Очень большой музей, очень чистый. И идешь туда наверх. Начал оттуда. Ford 1907 год. Model S. Вот откуда название взяли. Tesla. Это экскурсия для детей со школы. Ходит учитель, все показывает и рассказывает. Очень много школьников. Маленький мальчик на детский фотоаппарат фотографирует. Смотрите. Бентли, 1928 год. Сразу видно, что-то крутое и необычное. Вот, оказывается, на каких машинах ездили богатые в то время. Тут еще очень много старых машин. Как выглядели заправки. . 1955 год. Максимальная скорость 169 км в час и 260. Ничего себе. Разгон до сотни 7,6 секунды. Но на то время это очень круто. Альфа Ромео, 1964 год.
и дети фотографируют это на свои часы. Он на часы фотографирует. Мерседес. 1961 год. Феррари 1959 год. 250 GT. Купе. Вот это да. Какой цвет салона. Мазерати 1970-й. Гибли. Мазда. БМВ. Ягуар. MG. Это что за красавец такой? Pontiac 1970 год. Chrysler. Citroen 1935. Ford Mustang 1966. Тут стоят машины, но они не подписаны. Может, кто знает, что это за машина, напишите тоже в комментариях. Так, это что, китайская, что ли? Феррари 330 GT. Ламборгини 1989 год. Вот это да. Это китайские инженеры рисовали. Это, наверное, как должны выглядеть машины будущего. Porsche 356C 1964 год. Datsun 240Z 1970. Ох, ничего себе. Nissan Skyline GTR 1989 год. Вот это мне нравится. И Mitsubishi.